Филипп Саныч, с победой, с завершением сезона на мажорной ноте. Ваш комментарий по сегодняшнему матчу и по сезону в целом. Спасибо за поздравления. Всех тоже с победой поздравляю. А, ребят, молодцы. Концовку очень хорошо провели. Последние три игры, которых одержали победа. Вот. И самое важное, при хорошей игре. Да, я не... Ну, всегда говорил о том, что важно содержание, да, и, конечно же, ну, результат приходит, потому что старались на протяжении года. Были и неудачи, с которыми мы, я считаю, что справились очень достойно. Да, и ребята, конечно же, выросли, приобрели очень большой опыт, да, и я думаю, что для них это большой шаг вперед. Сегодня дебютировали два игрока 2008 года. Это заранее был спланированный ход или, скажем так, экспромт в добавленное время уже? Слушай, ну мы их привлекали в тренировочный процесс, мы следим за всеми футболистами в академии, там 6-й, 7-й, 8-й год уже на подходе, поэтому не то что экспромтом, они свои работы заслужили, да, небольшое отведенное им время в сегодняшней игре. Поэтому по ходу игры как бы хотели выпустить ребятам, дать возможность чуть-чуть понюхать взрослого футбола. Так что они достойно вышли. Если сравнивать матчи в первом круге весной и во втором, можно ли сказать, что с каждым матчем команда прогрессировала все больше и больше? Ну, однозначно она прогрессировала. Ряд футболистов у нас влились в команду по ходу сезона. И очень хороший сбор провели, хорошо подготовились на сборах. Я считаю, что стали таким коллективом, который под силу решает и повыше задачи, да, что очень важно было сплотить пацанов идеей, да, и я думаю, что нам это всем удалось, и отдельные слова благодарности хотел бы выразить там, своему штабу, да, это большие молодцы, все без исключения, которые внесли, ну, так скажем, вклад в успех ребят, в их рост. Да, все, кто работал, да, и врачи, и административный штаб, и тренеры, конечно же, большую работу проделывают, поэтому они молодцы. Ближайшие планы на 2 недели? Ну, ребят, отпуск, заслуженный отпуск, 2 недельки, потом будем готовиться вот, уже к новому сезону, вот, поэтому хорошо отдохнуть, набраться сил и вперед. Куплены ли у вас куда-нибудь уже билеты или пока нет? Да нет, мы как-то все спонтанно у нас. Непонятно было, что будет сейчас с командой на самом деле. Мы все ждем, как команда в стыках сыграет наша первая. Поэтому надеемся, что выйдет в РПЛ. Да, и может быть команда, не знаю в каком статусе будет в следующем году. Но все надеются, что да, мы сохраним наш коллектив и будем уже добиваться новых успехов. Значит ли это то, что летом в межсезонье будет еще больше игроков, скажем так, статусных и мастеровитых, чтобы решать уже другие задачи? Да нет, наша задача в любом случае передавать ребят во вторую команду, в первую команду. Вот. Мы больше будем привлекать из академии. Сейчас у нас есть 6-го года и 7-го, там есть ребята, которые заслуживают уже сейчас и привлекают в тренировочный процесс. Поэтому будем опираться на тех, кто у нас остался. И те, кто ребята придут, новая кровь, так скажем, молодая. Поэтому будем делать акцент на этом. Удалось ли посмотреть краем глаза матч главной команды против Рубина? Ну, краем только глаза удалось. Мы были в дороге, потом мы здесь готовились. Немножечко удалось, там с удалением. Все-таки сыграли в ничью с лидером ФНЛ. Поэтому неплохой результат. Вот. Поэтому... Спасибо.